друзья, я вот нахожусь на тракторе Хиномото. Сейчас снимал видео про задний курс. Вот хочу снять видео про отвал. Сейчас работаем отвалом. Трактор обалденный, мне нравится, что на нем есть реверс. Видите, да? Так, ручку подчищаем. Отвал это у нас поворотный, гидравлический. Поворот у него есть. Давайте посмотрим, как он работает. Вообще там стоит резинка для снега. Но мы попробуем сейчас на гравии. Видите, выходит борозда. То есть получается, что грунт уходит в сторону. Так же и снег. Ну все, трактор будет продаваться у Эдуарда Мариинских. Как я и говорил, трактор же на продажу, поэтому сильно насиловать отвал или ковш я не буду, потому что он все-таки на продажу и сделан он для людей. Видите, как обалденно у нас получается. Такая техника и должна быть у каждого, у кого есть трактор. Потому что трактор без навесного вещь абсолютно не нужна, никчемна. А поскольку трактор, из трактора можно сделать чуть ли не комбайн, то надо приобретать данное навесное и делать любую работу выполнять этим трактором. Для этого трактор именно и создан. И все, всем пока. Надеюсь, вам понравилось навесное, которое я произвожу. Заказывайте через Эдуарда. Звоните, пишите. Всем пока.